Короче, мы собрались, мы пойдем гулять. Мы очень хотим кушать. Киопы старые. Мышь стоит. Надеюсь, никакого винограда в этот раз не будет. Мы пойдем. Сейчас купим интернет. Лайф такой. Нам тут посоветуют. Мы потом пойдем на какую-то площадь независимости. И потом нам по дороге в ресторанчик нас подписчик позвал. Нам там повар итальянский обещал вкусную пиццу и шикарную пасту. Я правильно сказал? Паста. Так что пойдемте гулять. Мы помылись, освежились, умылись. И я, правда, все равно спать хочу ужасно. Но время спать у нас нет. Но подъезд, конечно, так себе выглядит. Мышь, здравствуйте. С левой стороны увидите, там будет написано. Хорошо, спасибо. Инструктаж получили. Идем туда, налево. Я, насколько понимаю, это электро... типа троллейбус, но который заряжается, да? Он подъезжает, заряжается и, наверное, ездит. Интересно. Обратите внимание, просто идеально чистая подземка. Посмотрите, ни одного... бычка не валяется или бенчика, как они там называются. Смотрите, идеальная чистота. Восторг вызывает, правда. Да, вот туда идем, может быть, там найдем сейчас интернет. А, это про то, что Мотя говорил, подземный центр. А, подземный центр? Ну да, 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 да. Красавцы. Сейчас сфоткали? У нас с собой паспорта не было, нас оформили на ID-карточку. О, женщина началась. А потом еще нужно, чтобы тебя сфотографировали. Короче, 15 рублей все это стоило. 15 рублей на 2,25, сколько это? 7 евро. 7 евро мы заплатили, чтобы у нас было безлимитный Инстаграм, Фейсбук, Контакт и 5 гигов там на Ютуб, допустим. Ладно, мы пойдем, пройдемся. Мы под землей находимся. Пройдемся по этому центру. Выбежим на площадь и побежим в ресторанчик. Нас там паста ждет. Если я правильно понимаю, мы сейчас находимся на площади независимости. И как раз под нами находится этот торговый центр большой, подземный. Слушайте, ну масштабы просто. Я не знаю. После Риги это все кажется какое-то невообразимо какое-то большое. И это мы еще ничего не посмотрели, только вышли на улицу. Как вот так чисто можно город содержать? Как? Я сначала упустил мысль о том, что ну типа центр города, площадь там. Да у нас тоже есть площадя какие-то, ну не площадя, а центр города, у нас нету такой чистоты. Будем кушать. Пьем латышку и пьем холодную воду с ледом и с лимоном. И воруем Wi-Fi, потому что у нас, ну мы купили карточку, но я без карточки, я ворую Wi-Fi. Знаете, что интересно? То, что мы сидим, и вот у меня перед глазами экран с кухни, все, что там происходит. Я вас все пытаюсь увидеть там свою пиццу. Пока мне не очень получается, но сама идея очень прикольная. Да? Именинница. Спасибо большое. Спасибо большое. Засмущалась. Вот это поворот! Я вам руку подниму. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Все супер. Да. Ну, границы, конечно, оставляют желать лучшего. Все, кушайте, кушайте. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, я красный. Ладно, мы это, кушать десерт. По поводу рестика, это было очень неожиданно. Это было очень вкусно. Я, кстати, даже не знаю, как парня зовут. У него там в Инстаграме только фамилия. Извини, мы правда не знаем, как тебя зовут. Это было очень приятно и очень неожиданно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я вообще в краске, в ударе. В ударе? В ударе. Застеснялась. Что себе дальше? Мне всегда оператор говорил, что в метро специфический запах. Я его, естественно, никогда в жизни не ощущал. Мне кажется, что пахнет какой-то резиной паленой. Не знаю почему, но мне так кажется. Здравствуйте. Нам 4 жетончика, пожалуйста. 10 копеек. Да. Спасибо. Сюда идите. Можно, да? Я в детстве не так боялась, да, что они шлюпнут, да. Да? Так, подожди, нам туда, направо. А нам какой стандарт? А ты же не посмотрел, что ли? Через Никков. Станция.
парк Челюскинцев. Нам надо? Да. Оно существует, это метро. Господи, как страшно. Не, ну, по сути, это тот же трамвай. Наступная станция парк Челюскинцев. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Park Челюскинцев. Please guard the closing doors. Ну и куда дальше? Пытаемся найти ботанический сад. Не знаю куда. Это ботанический сад. Похоже. Нормальный такой скверик, да? Знаете, что классно? Вышли с метро, жара, вот этот запах машин, загазованность в городе. И ты такой раз в варочку запрыгнул и оказался просто в лесу. Ты не слышишь ни машин, здесь другой воздух. И ты, мы посмотрели карту, это такой масштаб огромный этого парка. Это типа, я не знаю, что за парк. Челюстник каких-то там. Сложное для нас название. Здравствуйте. А нам два билетика, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Уговорил оператора на... Ну, хоть лесо, куда? Оборзение. Оборзение прокатись. Давай тут аккуратненько запрыгивай, они такие. Я еще по Сигурдской помню у нас тогда. Давай. Можно, да? Господи. Слушай, перевес на одну сторону идет. Слушай, не едет. Ты что так много наело? Они так медленно должны ехать. Точно? Оператор сидит, ей страшно, пипец. Если вы понимали, я покачиваю корзинку, смотри. Не надо. Ну не надо. Значит, боком ей ездить не страшно в дрифте. Ой, господи. Ничего, малыш. Какой вид, смотри. Очень страшно. Как можно бояться такой высоты? Мы живем выше с тобой. Не знаю, мне не страшно. Я больше на эту хуйню не залезу. Сейчас мы вниз поедем. А где мы? Возьми здесь руками. Все, отвали. Зайка, обхвати эту штуку и будет спокойнее. Малыш испугался. Мне правда очень страшно было. А по-моему, это не страшно. Ну нахер. Крупная станция Порше Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Порше Перамоги. Please, mind the closing doors. Вот и настал вечер. Мы опять немного поспали, потому что после дороги очень уставшие. И выбрались в ночной Минск. Очень красиво подсвечивается. Просто, по-моему, все дома. Посмотрите, тут анимация какая-то. Тут какие-то меняются цвета этого здания, фонтаны. Ну просто вообще, я не понимаю. Я до конца не верю, что мы в Минске находимся, если честно. Но мы приехали сюда, это парковка у Национальной библиотеки. И здесь мы завтра будем встречаться. То есть мы сюда приехали посмотреть это место. Ну, я думаю, что здесь будет побольше места пустого, свободного. Ну, ладно, как есть, я думаю, что нам здесь места хватит. Не думаю, что будет очень много людей. А сейчас мы поедем просто прокатимся еще по ночному Минску. И очень хочется проехать по МКАДу, так называемому. Када мне хватило. Я проехал километров 7. Все, неинтересно, вообще неинтересно. Ну как ты себе это представлял? Не знаю, думал, будет возвышенность над городом. Едем по мосту внизу, там дома, города одинокие. Что-то там. Нет, вообще никак. Поедем
Короче, мы не нашли, где покушать. Все уже спят. Сегодня понедельник, почти ночь. Мы решили сейчас что-нибудь набрать и пойти. Ну, дальше вы знаете, как это происходит. Всем привет. Вчера неожиданно прервали это видео. Не знаю, какая-то уже часть, не часть. В общем, второй день. Сегодня у нас вечером, как я говорил, встреча с подписчиками. В том числе сейчас у нас встреча с одним из парнем, который является нашим подписчиком и уже другом дистанционным. Он же должен тут приехать на маршрутке. Не знаю, где. Привет, спасибо. Счастлив. Спасибо. Это тебе, там тоже тебе. Спасибо. Так, мы погуляли по городу. Сейчас пол восьмого вечера, в 9 часов у нас встреча. Первая в жизни наша встреча с подписчиками. Представляете? Если честно, немножко волнуюсь. Ну ладно. Опыт в каких-то подобных встречах у меня есть, но быть там в центре внимания, это, конечно, для меня впервые. Поэтому я вооружился горой наклеек. Есть несколько кепок с собой. Буду отбиваться наклейками и кепками. Ладно, едем. Сейчас попробуем помыть машину где-то по дороге, если получится. И едем навстречу. Приехали на мойку. Деньгами нельзя забросить. Надо идти в магазин, взять вот такой жетон. Это 2 минуты 2 рубля. Короче, попробуем за 2 минуты успеть сполоснуть машину. Она, в принципе, довольно чистая, но навстречу ехать с комарами на встречу с белорусами, ехать с комарами литовскими, латышскими не солидно. Здравствуйте. 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 Честно, я немножко волнуюсь. Мы тоже. Не переживайте, я. Здравствуйте. Я не кусаюсь. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Приветствую. Привет. Приветствую. Здравствуйте. Рад видеть, Максим. Спасибо. Секундочку. Начинается. Какой загадочный Максим. Да, Максим загадочный. Ай, потухла одна. О, как это мило. Желаю удачи, желаю всего-всего-всего. Спасибо. Молодцы, что приехали. Спасибо. Это же еще не все. О, надо же розочку. Ой, спасибо, Вадим. Спасибо. Пожалуйста. Это еще не все. Ну как же без подарков, правильно? Вы же приехали куда? В Беларусь, а белорусы как любвеобильные. Ого. Слушай, орнаменты, это ваш национальный орнамент? Да. У нас в Латвии практически один в один. Так мы же все одной большой семьи. Ну да, тоже верно. Спасибо большое. Это тебе. Спасибо большое. Спасибо. Ну это же... Край вольных белорусов. Да, это для самых сильных, а это для самых мудрых. Но это не все еще. Да господи. Я подготовился. Я очень сильно подготовился. Прям неудобно, слушай. Да все нормально. Я просто ждал долго. И тоже. Это тебе. Спасибо большое. Это просто белорусская кириллица. Спасибо. Что? Латиница белорусская. Ага. Что написано? Нет. Беларусь. Бела. А, да, Русь, да, точно. Все. Отчитался. Я поехал. Спасибо. Спасибо большое. Это очень приятно. Хорошо, что мы приехали. Второй день пребывания в Минске. Второй день у нас получился не особо богат на съемки. У нас у Александра день рождения. Он об этом, в принципе, ну, мало где афишировал. И так совпало, что в его день рождения мы решили устроить встречу подписчиков. Приехала. Нормальное количество машин, почти каждая с нашей наклейкой, это безумно приятно. Так что стоим, общаемся. Спасибо. Спасибо большое. Белорусские носочки. Спасибо. Спасибо. Носочки это вообще да. Тема. Они там тематические. С драниками, танками и прочее. С драниками. Да. И трактор. Да. Типа дизель. Да. Ну, естественно. Короче, пока Александр общается, я буду в роли оператора. 9 часов, в принципе. Именно в 9 мы и договаривались на встречу с ребятами. Машин приехало очень много, ну как по мне. Вот, еще даже паркуются. Короче, наверное, около 30 машин. Еще вот там вот. И очень много людей. Говорит, поснимай что-нибудь от себя. Поснимал. Все, встреча состоялась.
все, кто приехали, вам, блин, спасибо, молодцы. Подарками задарили. При всем этом я нигде не афишировал, что у меня день рождения, только про оператора. И носочки, и розочку, и тортик, и что только не привезли, да? Сейчас идем на вокзал, отправляем Матвея домой. Сколько ты будешь ехать? 3 часа? Где-то так. Не знаю, говорил, не говорил на видео. Это подписчик, который, с которым мы общаемся, с 18 тысяч подписчиков. Да? Да, то есть это уже 1.5 года? Нет, это около года. Да. И вот мы наконец-то встретились, мы очень много общаемся в WhatsApp, там голосовыми сообщениями, мы наконец-то встретились вживую, сегодня провели день вместе. Романтично. Да-да-да. Не-не, я с женой. Все, провожаем на поезд. Сейчас посмотрим на поезда минские. Как у вас поезда? Поезда ты? Рухлядь старая. Рухлядь старая. Ну, сейчас посмотрим на старую рухлядь. И... А потом мы пойдем отдыхать. Завтра мы встаем, завтракаем, собираемся, идем, закупаем сувениров. Минск, вы красавчики. Чугуночный? Чугуночный, да. А по-русски, если сказать? Железнодорожный. А, в смысле, это не название, это железнодорожный, это чугунный? Да. Да ладно. Я думал, это название такое. Оператор говорит, что ездила с мамой куда? В Самару? Москва-Самара. Москва-Самара, говорит, билеты не поменялись. 20 лет назад, говорит, точно так же все выглядело. О, это вообще электричка наша рижская, смотри. РВР. Ригас Вагонас Рупница. Это типа максимальная скорость? Да, 140. Надо пружины саженные поставить. Красные. Ладно, мы поболтаем. Потом включимся. Ты прощайся. Всем пока. Всем пока. Автобан. Пока-пока. 120 километров прекрасной дороги. Единственное, по бану едешь, скучно, спать хочется. Ну, типа, ничего не меняется вокруг. Обгонов мало, трафика мало, ты такой едешь. Я почему включил камеру? Я очень хотел показать, какую классную сделали объездную литовцы мимо города Понивежес. Тот же автобан, только он, конечно, поуже. И скорость там поменьше разрешенная. Но вы сейчас посмотрите, просто офигенная. Бесплатная дорога. Один из главных плюсов на этой дороге то, что, несмотря на то, что это по одной полосе в одну сторону, сейчас там две, посередине стоит железный отбойник. Это очень круто, что есть безопасность от встречных машин. Ну, ни ты туда не уедешь, ни они к тебе не приедут. А и забор, смотрите, стоит по сторонам. Меня еще оператор заставляет рассказать вам по поводу виз. Значит, когда мы уже отстояли один раз в 2- или 3-часовой, не помню, сколько мы стояли, очереди на улице в холоде для того, чтобы попасть в посольство и подать документы на визу. Нам там ребята написали в личку, типа, а чего вы не воспользовались специальными агентствами, которые это делают за адекватные там 15 или 20 евро, и не нужно нигде стоять. Спасибо, вовремя вы нам это написали. И то, чтобы получить визу, нам пришлось в посольство прийти дважды. Первый раз мы пришли, вроде как все заполнили, все документы. Кстати, фотографию там нужно тоже специально, вот там, чтобы твой подбородок было видно, ухо в кадр, там очень сложно все. Все сделали, все заполнили, все бланки, пришли с нужным пакетом документов. И нас развернули. Развернули нас почему? Потому что у нас единственный документ о том, где мы будем жить и в каком отеле, была распечатанная бумага с букинга, с сайта. Где нас развернули и сказали, это не катит, нужно гарантийное письмо. Как оно делается? Нас отправили, естественно, домой. Делается оно так, ты отправляешь, оплачиваешь минимум одну ночь, в нашем случае в апартаменты. Еще копию паспорта нас потребовал отель, чтобы вот сделать это письмо. В итоге нам выслали это письмо с печатью, с подписью, что вот мы такие-такие будем там действительно проживать. Мы его распечатали, пришли повторно в посольство, в итоге оплатили 25 евро на человека и через дней 5, да, наверное, выдали визу с 29 по 31 число. Ни днем больше, ни меньше. Слава богу, для того, чтобы получить визу, не нужно было стоять километровую очередь и прийти можно было одному человеку. То есть вот оператор сходил. Нет, очередь была такая же, просто она быстрее двигалась. А, извините, очередь была такая же, я не ходил, но она двигалась значительно быстрее. На сайте посольства белорусского есть полностью вся информация с образцами, как что заполнять. Но в целом вам нужно получить визу. Куда вы, что вы, зачем вы, кому вы, на сколько дней, потом вас
замучают на границе в том плане, выйдите из машины, дайте паспорта, туда-сюда, откройте багажник, закройте, откройте, закройте, закройте, откройте багажник. Поэтому, я говорю, мы приехали, когда ехали туда, мы приехали первые в 5 утра, мы час стояли. Сегодня мы приехали, естественно, мы на перед границей встали третьими, но в итоге на нейтральной какой-то там территории мы оказались где-то 30-ми, наверное, если не больше. И сегодня мы потратили 2 часа на границу. Тоже откройте, закройте, откройте багажник, покажите, кто и что, кого увезете. Все эти непонятные вопросы. Я уже говорил, для того, чтобы мы даже купить симку в Беларуси на интернет, чтобы был. Меня попросили документ. Мы оформили, после этого женщина говорит, мне нужно сфотографировать. Она достала камеру, маленькую такую вебку, и сфотографировала меня для того, чтобы у них была моя фотография, кто я такой, и что я и зачем. И что интересно, заходишь куда-то в ресторан, в любой, там есть Wi-Fi. Он free написано, не заблокированный, ты к нему подключаешься, тебе открывается сайт, где написано, впишите свой номер телефона, и мы вам на ваш номер телефона пришлем сообщение с паролем, который вы ведете вот на этом сайте, и тогда у вас будет доступ к Wi-Fi. Зачем такие простые вещи так сильно усложнять? Я не знаю. В целом Минск круто, красиво, люди классные. Нам осталось 147 километров до дома. Время сейчас почти 8. Нет, 7:30. Надеюсь, успеть домой приехать по светлому. Не люблю ездить по темному. И пару слов о топливе. Вот мы сейчас с момента заправки с Минска проехали 323 километра. Вот столечко у нас осталось. Ехали по бану 120-130. Там, конечно, экономить не получается. Еще на 1100 километров. Сейчас мы проехали бан. Мы поедем по таким простым дорогам, нескоростным. Там раньше, я думаю, немного поднимется, и расход еще ниже упадет. Забыл с вами поделиться об одном из самых главных. У нас же состоялась встреча, которую вы увидели на видео. Первая наша встреча с подписчиками. Это был первый опыт. В целом очень круто, все понравилось. Приехала машина, наверное, 50-60, может быть 70, не знаю. Но точно больше 50 людей было на встрече. Это был рабочий день, это было поздно, с 9 часов мы встретились, чуть раньше. И почти до полпервого, да? Нет, до 12 мы стояли, болтали. И то мы сорвались, потому что нужно было отвезти Матвея на поезд. Я думаю, что мы бы еще проговорили минимум час. Возможно, не возможно, а скорее всего будем практиковать такие встречи, потому что это интересно, нам интересно, и мы как бы, понимаете, мы на Ютубе существуем только за счет вас, за счет подписчиков, только за счет того, что вы там есть. Если бы не было вас, подписчиков, ну, этот Ютуб канал бы не развивался никаким образом. Ну что, мы проехали Литву, вот она, наша латвийская граница, и мы практически дома. Нам осталось прямо до дома 79 километров. В нескольких километрах наш дом. Сейчас я заправляю машину. Мне очень интересно, какой получился расход, потому что кажется, что будет цифра очень близкая к 4 литрам. Сейчас я заправляю машину. Сколько мы проехали километров? А, мы проехали 470 километров. Все? Все? Ладно, смотрите. 20 литров. 20-39. 468 километров. 4.35. Из них я ехал километров, сейчас скажу, километров 200 я ехал со скоростью 120-130, а вторую часть, да пусть пищит, вторую часть я ехал со скоростью 90-100, там быстрее не получается. Смотрите, компьютер поездки. Проехали мы 967 километров, средняя скорость 66,6. И посмотрите, это первый раз в жизни совпали данные. Машину показала здесь 4,3, а по факту получилось 4,35. То есть практически один в один. И еще. Никогда в жизни на этой машине я не видел вот такой остаток. Ну, рейндж так называемый. 1644 километра. Тесла, говорите? Да нафиг она нужна. Есть двухлитровый дизель у BMW. Да, я не гнал, я ехал более-менее спокойно, но это круто. Давайте будем с вами прощаться. Спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, вам очень понравилось это видео.
пишите комментарии. И, как всегда, всем спасибо, что вы смотрели эту серию. Всем пока. С вами был Денис Гараж!